вергоне и греха, свободе навсегда. Рожден я Богом побеждать, рожден любить, рожден летать, рожден я также для того, чтобы славить Его. Одиночество и тьмы все изменил внутри. На самом деле ты прощен, на самом деле освящен от беззакония и греха, свободен навсегда. Прощен ты Богом побеждать, прощен любить, прощен летать, прощен ты также для того, славить Его, славить Его, славить Его, ты рожден, славить Его, славить Его, славить Его, ты рожден. Смерти и прости меня.
Thank you.
жить дальше, Господу. Ты готов дальше это делать? Потому что наш Бог, Он приходит и зажигает наше сердце. И говорит, что когда Давид, он шел, он восклицал, он приносил жертвы. Готов ли ты сегодня стать этой живой жертвой для Господа? Если готов, закричи «Амен!» Если готов, закричи «Амен!» С этой стороны вы готовы? А с этой стороны вы готовы? И теперь зал, вы готовы? И теперь вместе скажем «Слава тебе!» Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, друзья, я приветствую всех вас, и мы благодарны Богу за то, что конференция продолжается, и сюрпризы, они тоже продолжаются. Мешок развязался, и вашему вниманию мы представляем ковбоем, но не из Техаса. Ковбои водятся не только в Америке, ковбои водятся и в Швеции. И есть там такая церковь, центр царствия, и мы хотим пригласить на сцену ковбойскую бригаду. Давайте будем аплодировать и встречать. Пожалуйста, садитесь и встречаем. Ковбоям надо пару-тройку минут приготовиться, лошадей подготовить. Так, вы видите, готовятся декорации, только не повредите наши. Все будет в порядке. О, главный ковбой с ребенком. Hallelujah! Good to